Учебный год открывая, пусть звенит наш школьный звонок, колокольным звоном встречая всех пришедших на первый урок. На школьном дворе вновь многолюдно. Сегодня здесь принимают гостей, родных, друзей, наставников молодого поколения. Исполняющий обязанности главы курорта Юрий Поляков поздравил анапчан с началом нового учебного года. Сегодня нет у нас в стране такой семьи или такого человека, кто не ощутил бы вот те чувства волнительные. Это 1 сентября, День знаний. Я хочу пожелать педагогам также хорошо учить учеников. Вас, дорогие ученики, также прилежно и хорошо учиться. Дай Бог вам здоровья, всего вам самого хорошего. Пусть вас Бог благословит и даст вам все, что вы хотите. В центре внимания первоклассники. Их в этом году набралось 94 человека. И, конечно, выпускники. Владимир Пригода, руководитель Департамента информационной политики Краснодарского края, приветствовал всех от имени губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. С особыми словами Владимир Владимирович обратился именно к выпускникам. Он отметил, что своим умом и трудом ребята могут получить пропуск в любой вуз страны. На Кубани на самом деле по ряду направлений наши вузы сильнейшие в стране. И аграрный, и политехнический и классический университет, и медицинский имеют сильные направления. На самом деле сейчас не так важно, где учиться, важно, как иметь желание для этого. Но еще важнее, не забывайте, лучше места, чем на Кубани, в принципе, нет. И чем наша любимая с вами Анапа. Второго такого моря в России не появится, и в Москве в том числе. Недаром каждый год у нас до 100 тысяч человек со всей России переезжает сюда, на Кубань, а не наоборот. Поэтому, где бы вы ни учились, возвращайтесь. Вас здесь всегда ждут, вы нужны именно здесь, как нигде. Нужны родителям, нужны Анапе, нужны краю, нам нужны. С теплыми пожеланиями к ребятам обратилась депутат городского совета Вера Севрюкова. Она шефствует над второй школой уже более 15 лет. Я хочу, чтобы вы были патриотами нашей России, чтобы вы всегда защищали ее интересы, где бы вы когда и не были. Наша Родина прекрасная. Сейчас, особенно в это сложное время, как никогда нашей Родине нужна ваша вера, нужна ваша помощь именно молодого поколения. После линейки ученики потянулись в школу на первый классный час. В этом году у него единая тематика для всей Кубани – 80 лет со дня образования Краснодарского края. Юная смена, первоклассники на первый школьный урок пришли с родителями. Волнуются и дети, и взрослые. Ребята, школа станет для вас вторым домом. Вы здесь найдете очень много друзей. И каждый день будете получать особенные подарки. Как вы думаете, ребята, что за подарки вам будут в школе? Пятерки! Пятерки! А еще что? Знания, ребята. Знания. Вот подарки – это знания. В добрый путь.